Каждую весну нефтекамцы приводят в порядок свой город. В течение месяца пройдут работы по благоустройству и озеленению Нефтекамска. Предприятия, организации и учреждения традиционно приведут в порядок закрепленные за ними участки. Промышленные предприятия, строительные организации, арендаторы, домовладельцы, предприниматели организуют уборочные работы на своих прилегающих территориях. Также на очистку кварталов многоэтажных застроек выйдут жители домов. Из-за погодных условий первый субботник в Нефтекамске планируется провести в следующую субботу 20 апреля.